Всем привет! В этом видео я расскажу, как я собрал вот такую портативную карманную зарядку, вмонтировал сюда фонарик, USB порты, микро и обычный USB и выключатель для фонарика. Собрано из двух аккумуляторов от Nokia 1000 мАч и 800. Два аккумулятора вместе, соединены они параллельно и собраны вот в этом корпусе. Смотрите далее, как я это собирал, и подробности. Значит, вот из чего я делаю все это дело. Изначально вот был такой футляр для наушников. Вот эту серединку я отсюда уберу. И постараюсь избавиться от вот этих вот пластиковых перегородок. Ну, и вот такие вот два аккумулятора у меня есть. Нокиевских. Думаю, будет их достаточно, их емкости для того, чтобы подзарядить в дороге мобильное устройство. И вот таким образом они здесь будут располагаться. И по возможности постараюсь еще разместить вот здесь вот светодиодный такой блок от фонарика недорогого. И разместить здесь USB. Один вывод. Как все это будет происходить, смотрите. Буду постепенно все это дело снимать. Так вот получилось смонтировать USB порт. С помощью клеевого пистолета, как обычно. Осталось вот разместить выключатель для вот этих светодиодников, чтобы получился такой же фонарик встроенный. Нужно еще подумать, где его лучше всего разместить. Думаю, выключатель где-то вот здесь вот будет размещен, скорее всего. Тут для него больше места. В
сейчас будут продолжать дальше. Вот так вот получилось смонтировать светодиодную матрицу, так называемую. Ну, USB вот так вот припаялся. Ну, вот так аккумуляторы закрепились. Самым сложным из всего было вот этот микро-USB разъем припаять, вот эти два проводка. Особенно вот таким вот паяльником. Все никак руки не доходят купить себе маленький паяльник. Ну вот, как-то так получилось припаяться. И вот осталось смонтировать только вот этот вот микро-USB. Думаю, где-то с этой стороны, так как тут все уже забито, занято. Вот как-то здесь сейчас попытаюсь его смонтировать. И буду заряжать обычным микро-USB проводом, который сюда втыкается. Вот так вот. Ну, смотрите далее. Сейчас попытаюсь все это собрать. Ну что ж, вот такое устройство вышло. Вот так все здесь спаяно. Все монтировал горячим пистолетом, клеем. Все держится, все спаяно, все работает. Единственный минус — очень огромный выключатель получился. И то, что корпус прозрачный, тоже немножко подвело. Все видно. Ну вот, заряжать через микро-USB, заряжать от USB и фонариком пользоваться при надобности. Ну, вот такой вот девайсик получился. Заряжать буду вот таким вот зарядным устройством. Можно обычным USB зарядным. Здесь вот есть индикатор заряда. Когда батарея заряжена, загорается другим цветом. Обычным кабелем. Буду подключаться сюда. В розеточку. Ну и непосредственно уже сюда. Так. Для того, чтобы продемонстрировать вам работу, вот где-то 25% заряда телефона. Подключили символ зарядки, появился. Телефон заряжается. Ну, так вот светит фонарь. Довольно ярко. В принципе, я доволен. Неплохо получилось. Единственный минус, я уже говорил, это выключатель. Вот так. В принципе, неплохая зарядка карманная с фонариком. Можно вполне ее носить. Вот таким образом заряжается. Поставил на зарядку. Как только будет заряд, индикатор поменяет цвет на красный. И можно будет отключать. Плюс у нас есть контроллер питания батареи, самой батарейки, в самом аккумуляторе. При достижении определенного уровня напряжения сам аккумулятор прекратит заряд. Ну и, в принципе, индикатор вот еще есть. Вот так вот светит фонарик. В принципе, достаточно неплохо освещает. И вот такие маленькие габариты. Ну что ж, подведя итог, сделали
неплохое устройство, которым можно подзарядить телефон, подсветить, носить в кармане его удобно. Из, можно сказать, подручных, ненужных средств. Вот этот разъем я взял от старого телефона мобильного, который не работает. Порт от вот такого вот корпуса компьютера. Выключатель от блока питания компьютера. Это часть от старого фонарика, который постоянно перебоями светил. И вот таким образом получилась сейчас вот такая конструкция. Я считаю, довольно неплохо. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк на видео, делиться видео с друзьями. Как только вы нажмете лайк, внизу появится возможность сделать репост. Если вам не сложно, сделайте это. И вам за это огромное спасибо. Ну что ж, всем пока. Увидимся в следующих видео.